Нужно ли похоронить Владимира Путина? Эту тему сейчас активно обсуждают в интернете, а подал эту идею кандидат в президенты Михаил Прохоров. Бизнесмен считает, что именно по этому вопросу срочно нужно провести референдум. И сразу же на это последовало очень много отзывов от пользователей. Очевидно, что такая идея родилась сейчас, возможно, не случайно, потому что выборы...